В Якутске в День Арктики накануне завершились межрегиональные игры оленеводов, организованные в рамках 4-го съезда оленеводов. В течение 2 дней более 50 участников из 24 команд соревновались в 8 дисциплинах. Туда вошли гонки на оленьих упряжках на 10, 5 и 1 километр, троеборье, гонки на верховых оленях на 1 километр, метание аркана с 10 метров, бег на 100 метров. Кроме того, соревновались в прыжках через нарты, северной борьбе, масс-рестлинге и буксировке лыжника на оленя. В результате в командном первенстве победу одержала команда Эвена Бутантайского района. Вторыми стали представители Тампонского улуса, третьими команда Ямало-Ненецкого автономного округа России. Оленеводов и народов, коренных народов севера нашей республики. Это очень важное мероприятие. Вот, даже взять эти спортивные мероприятия, они как бы накладывают и надежно, значит, что оленеводство есть, остаются навыки. Вот, как относиться с оленем, да, все показывают свое мастерство. И сегодня оленеводы очень высоким настроением, радостным настроением сегодня участвуют во всех мероприятиях республики.